Привет-привет! Это Balcony TV Санкт-Петербург. Меня зовут Оля. В гостях у нас группа Мексика. Ребят, привет! Здравствуйте. Привет, Оля! Лёша, расскажи, пожалуйста, про ваш коллектив. Ну, представь. Такой у нас коллектив. Называется Мексика. Ты все правильно сказала. Это Вероника Селиванова, Артём Семенцов. Меня зовут Алексей Косилов. Еще у нас есть два участника, которые почему-то их тут нету. Это басист Коля и наш перкуссионист Дима. Вот, это наш такой неполный состав. И что вы нам сейчас исполните этим составом? Мы сыграем песню, которая называется «Полярная ночь». Слушаем. Дорогам пустым тянет ночь провода и летит. Завернул в одеяло глухого кота, успокоился, спит. Летит над землей полярная ночь, и крылья ее фонтанки реки звенят, как латунь, звенят, как латунь. Звенят, как латунь, звенят, как латунь, звенят, как латунь, звенят, как латунь. Дай-да-да-да-дай, заиграл на столе, поцарапал струной заколдованный риф. Зажжал теплый дом, загудел дымоход добрый каменный. Летит над землей полярная ночь, и крылья ее фонтанки реки звенят, как латунь, звенят, как латунь. Звенят, как латунь, звенят, как латунь, звенят, как латунь, звенят, как латунь. Дай-да-да-да-дай, дай-да-да-да-дай-да-дай, дай-да-да-да-дай. Ребят, спасибо вам за полярную ночь в этот прекрасный солнечный день. Она скоро, не расслабляемся. Ну да, мы в ожидании уже. Да, а скажите, вот вы вообще не мексиканские песни поете? Мексиканские, да. Да, совсем не мексиканские. На самом деле название Мексика, оно такое очень отстраненное. И вообще... Оно смешанное. Собственно, смешанное. Как мексиканская смесь замороженная, которая продается вот в магазине. Очень вкусно, с подсолнечным маслом пожарить. Овощи любите, да? Овощи, да, любим. Да. Артём мясо вот не ест вообще. Правильно? Правильно. И всем советую. Вот такая вот веселая команда у нас была в гостях. Ну а мы благодарим отель «Три моста» за предоставленную террасу для съемок. Увидимся в следующий раз. Всем пока. Спасибо, Balcony. Большое спасибо. Спасибо, ребят.